Тюмени сегодня снесли еще одну незаконную постройку. На этот раз под ковш экскаватора попал продуктовый павильон на улице Ставропольской. Магазин здесь работал с 98 года. Несколько лет назад договор аренды закончился, и собственник должен был убрать здание. Однако и спустя 4 года магазин продолжал работать. После долгих разбирательств суд вынес решение о сносе постройки. Где-то 5 лет назад не подписали, под магазином была аренда земли. Не подписали договор аренды. Начали разбираться, как бы прошли суды. Вот, в чем отказ? Значит, ну, нам нужно, земля как-никак закончилась, нам земля не нужна, но вот договор закончился, все.